старались работать и действовать в рамках предъявленного нам законодательства, буду так говорить. И каждый свой шаг, как бы нам иногда трудно это не было, мы выверяли, имея в виду только одну цель – сохранить крымско-татарский телеканал для крымско-татарского народа. Понимая, что это не просто информационное поле для крымских татар, понимая, что, наверное, частичка души каждого из нас в этом канале. И мы только-только начали подниматься на ноги и стали показывать не только всему Крыму, но и всему миру. Мы здесь, мы дома, мы на родине, мы живы, мы говорим на своем языке. И если они нас закроют, это будет, я думаю, не удар по каналу. Хотя, не конечно, сдадимся, да. Это все, будет сдадимся. По мне, по Шевкету, по Али, по Вели, правда, по Патне. Потому что они не могут понять, как для нас это важно, людям, которым запрещали петь песни на крымско-татарском языке. Иногда идем на компромиссы. В последнее время достаточно часто идем на компромиссы, чтобы не нарываться, не раздражать. Хотя внутри иногда все кипит. Но только для того, чтобы у крымских татар не отобрали этот кусок духовного хлеба.